19 декабря в столице пройдут главные поединки последнего в этом году турнира «Гала KOK». Накануне определились финальные пары. KOK World GP 2015. December 19th. The best four fighters at welterweight. В суперфайте пройдут сразу несколько поединков с участием молдавских бойцов. В одном из них Дарил Кристиан встретится с Александром Люштяном. Самым ожидаемым станет бой депутата Константина Цуцу с украинцем Игорем Ляпиным. Лучшему бойцу K1 предстоит защита чемпионского пояса в средней весовой категории. Цуцу завоевал высший титул в прошлом году, отправив Ляпина в нокаут уже в первом раунде. Заключительный для этого года турнир «Гала KOK» в Кишиневе пройдет 19 декабря в легкоатлетическом манеже. Стоимость самого дешевого билета 180 лир.